Да. Куда это она летит? Нет! Лизунчик! Лизунчик! Тут, подожди, Лизунчик! Ай-яй-яй-яй-яй! Можно себя пнуть подальше, бабах! Сколько у вас тут вертолетов, я всех съем сейчас! Иван, да уничтожить, поняли? Хватит новости показывать! Привет, это канал Game Movies, и добро пожаловать в Tales from Space Mutant Blobs Attack! Нажимаем сюда, Story Mode, Badlands, пустыня, и здесь у нас в этой локации последний уровень, а потом будет армейская база. Так, ну что, лизунчик, пора кушать, жри их, так мне куда-то вверх нужно улететь. Сейчас, подождите, только допрыгнуть же надо. Опа! И, кстати, на этом уровне где-то нужно двух лизунов найти. Только где они? Это еще большой вопрос, потому что их еще... поискать надо, прячутся они вообще-то. Ладно, съели пробку. И здесь у нас... что тут у нас? Смотрите. Опа! Так, как мне это пройти? Как же мне это пройти? Сначала нужно... наверное, вот эти вот синие штучки забрать, а потом проходить. Так, это я забрал. Отлично, теперь вот эту штуку я сюда, наверное, подвину. Или наоборот. Сначала эту сюда. Да, вот так вот нужно. Сюда запрыгиваю. Эту чуть-чуть выше поднимаю. Перепрыгиваю на нее. Поднимаю ее выше. Это сюда. И запрыгиваю сюда. Так, отлично. То, что надо. Стоп, подожди, а что он не допрыгивает? Он не допрыгивает, ребята. Он... а, нет, допрыгивает. Все в порядке. Лизунчик допрыгнул. Теперь можно эту штуку сюда подвинуть. И... идти дальше, только по дороге нужно забрать вот эти вот шарики, отлично. Так, всех этих людишек съел. Опс, это чё за такое? Так, сейчас я кружочки забрал, на. Так, смотрите, тут вообще как-то сложно очень. Вот они с правой стороны вылетают, потом нужно как-то вниз успеть запрыгнуть, а потом снизу еще то же самое, только в обратную сторону. И там еще, кстати, лазер внизу. Так что вниз, может быть, даже сложнее будет. Так, вот сейчас надо прыгать заранее. Так, 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 быстрее! Ладно, а вот эти вот кружочки прям под углом. Видите, они под углом влево идут, и я не знаю, это вообще нереально, наверное, успеть все забрать. Или реально, раз оно так сделано. Но очень сложно, видимо. Так, ну мне нужно сейчас будет до центра добежать, запрыгнуть на центр и потом лазер перепрыгнуть. А потом уже после того, как я лазер перепрыгнул, мне нужно уже будет опять вперед идти. Так. Вперед. Перепрыгиваем лазер. Так, еще один перепрыгну. А то я зап... нет, не успел. Ой, ладно, сейчас попробую пройти, надеюсь. Да подожди, о, отлично, вы видели? Вот оно как, оказывается, надо было проходить, все. И, кстати, те тоже можно было забрать. О, ну наконец-то. Наконец-то. Ребята, вы только, вы не представляете, сколько я попыток сделал, чтобы пройти это. Это просто капец. Я просто не оставлял все эти попытки, не снимал так. Но попыток было дофигища. Так, две бомбы. Две. Еще две. Так, может быть, пускай одна вот стреляет. Нет, 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 рванут сейчас. Бомбежки и рванут. Так. Три бомбы. Четыре.
Мне нужно больше пока что бомб. Так. Так, так, так. Давайте бомбы. Так, сколько? Сколько вас тут уже? О, вас тут уже. О-о-о! Да не муруйте меня. Пожалейте. Бомбочки. Да не надо мне столько вас тут. Идите отсюда. Да ёлки-палки. Дайте вверх вылезти. О, смотрите, я вылез. А, мне наверх теперь надо. Так, стойте, бомба, не снесите меня только. Ты, по башке не бейте. Мне сейчас нужно вверх как-то смыться. Так, подожди, по одной стреляйте в меня. О, вот так вот, отлично. Все. Наконец-то с этими бомбами я разобрался. Это было жестко. Ладно. Уровень жесткий был, ничего не скажешь. Тогда туда как мне добраться. Ну, корову нужно сначала забрать же. Как забрать корову? Корову нужно забирать. Иначе это не дело. Так, вот так вот я заберу корову. Так, корову забрал. Теперь верхние шарики нужно забрать. Так, так, так. Отлично. Забираем эти штучки. Кого я вижу наверху? Ребята, там лизунчик. Сейчас нужно до него как-то добраться. Я не знаю, допрыгну я до него или не допрыгну. О, допрыгнул, отлично. Так, лизунчика я забрал. Это хорошо, конечно, но... Вопрос в том, как мне дальше пройти это все. Так, стоп. Как же дальше пройти? Дальше. Получается, что мне нужно, в принципе, может быть мне... Ой! Ай-яй-яй. Интересно, везунчик там остался или... Ну, можно его еще раз забрать? Хороший вопрос. Правда? Ну ладно, заберу пока что эти штуки, ну-ка. А, лизунчик там опять появился. Лизунчика можно забрать второй раз. Прикольно. Лизунчиков я люблю забирать. Ам-ням-ням. Так, лизунчика забрал, и теперь идем. Сюда, тут как-то. А, в принципе, подождите. Если я оттуда воспрыгну, где был везунчик, смогу я воспрыгнуть или нет? Ну-ка. Так, эту штуку мне нужно вот так вот сделать. Только вопрос, запрыгну я до нее или нет. Сейчас посмотрим, допрыгну или нет. Допрыгнул, даже можно дальше было прыгать. Ой. Ну ладно. Отлично. Допрыгнул, значит, все отлично. Забираем корову. Корову забираем. Мне кажется, если я нажму на эту кнопку, все плохо кончится. Так. Ну и так все плохо кончилось. В общем, нажимаю я на кнопку, видимо, и эта штука двигается. Да, куда это она летит? Нет! Опять она по-хитрому улетела от меня. Ладно. Так. Сюда магнитимся. Забираем.
крючке. Лизунчик! Лизунчик! Подожди, лизунчик! Ай-яй-яй-яй-яй! Подожди, лизунчик, я не забрал тебя! Все, кирдык. Ну зато я знаю, где теперь лизунчик находится. Второй. Так, мне нужно его забрать, этого лизуна. Проказника этого. Так, осторожно. О, как кирдык, 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 кирдык. Давай, где лизунчик? Вот он. Опа. Так, лизунчика я забрал. Теперь мне нужно куда-то вперед прыгать туда. Непонятно куда. Куда я прыгнул? О, я что-то забрал еще по дороге. Так, а внизу что? Ой, шипы внизу, что же там еще может быть? Так, понятно. С левой стороны я там что-то не забрал вроде бы. Нет, там ничего нету. Отлично, так, теперь мне нужно выбираться вот сюда вот по трубе наверх. И это что за ботинок? Это ботинок какой-то. Может быть, корову пнуть можно им? Да, можно и корову пнуть. Можно и не пинать. Можно себя пнуть подальше. Бабах. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Кто бы догадался, что нужно с ботинком сделать? Пнуть, конечно же. Что же еще? Ладно, забираю коробку. О, ничего себе, я жирный стал такой. Огромный просто. О, вертолетики, привет, мои друзья. Я там одного пропустил. О, ням-ням-ням-ням, отлично. Отлично, где вы там, вертолетики? Я вас не боюсь, я вас, наоборот, даже люблю кушать. Сейчас корову съел, она такая маленькая была вообще, да? Так, ну что ты там летаешь высоко, да? Думаешь, я не допрыгну? Да, я могу прыгать. Опа, вертолетик, привет. Ах ты, ах ты. Сколько у вас тут вертолетов? Я всех съем сейчас. Все, я прошел этот уровень безумный. Отлично. Короче говоря, он сбежал с Луны. Представляете, лизун глазастик. Вообще крутой. Короче, он там все вообще уничтожил. Бабах, и все. Видите? Его надо уничтожить, поняли? Хватит новости показывать. Ну что, ребята? Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, жмите лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока. В новом видео про эту игру будет армейская база. Видите, на армейской базе тут 4 уровня. Ну все, до встречи.